Всем привет, с вами Влад, это видео по игре Бравл Старс, и это рубрика «Открытие боксов». Да, это именно та рубрика, которую вы все любите. Сегодня я полностью открою весь 8-й сезон Бравл Пасса. Досматривайте обязательно это видео до конца, ну и конечно же погнали, ребят! Захожу в награды Бравл Пасса и сразу же забираю вот этот вот скин принцесса Шелли, это очень крутой скин. И наконец-то я уже смогу за него поиграть. Так, ребят, скин я забрал, но теперь надо забрать Эша, чтобы он не случайно не выпал в этом открытии. Полетел новый бравлер, отлично, теперь у меня есть Эш на аккаунте. Эш, конечно, это все хорошо, но прямо сейчас я забираю на него офигенный скин ниндзя Эш, да, он прям так и называется, и полетел скин, это очень крутой скин, ребят. Вы просто посмотрите на его анимацию, она реально прикольная. Так, ребят, два скина Бравл Пасса я забрал, Эша я тоже забрал. Ну и теперь давайте, собственно говоря, открывать боксики. Я надеюсь, мне что-то выпадет. Так, первые боксики уже, ребят, пошли. Так, следующий боксик, гаджет на Тару, слушайте, нормально, нормально. Что ж, буду дальше открывать ящики. Забираю значок Нэша, аплодирующий значок, в принципе, мне нравится этот значок. Открываю следующий ящик, и тут нам выпадает гаджет на Сэнди. Не то чтобы мне нравится этот гаджет, но все равно хоть что-то уже выпало. Опа, 20 гемасов. Не знал, что они тут есть вообще. Я, по-моему, из Бравл Пасса все кристаллы забирал. Ну да ладно. Так, смотрим дальше. Опа, гаджет на Нани выпал. Повезло, повезло. Ладно, ребят, гаджет на Нани, гаджетом на Нани. Но мне нужно дальше открывать ящики, чтобы выбить, конечно же, новых бравлеров. Ну что, ребят, боксы я пооткрывал, остались только мегаящики, ну и давайте их открывать сразу же. 6 предметов, что? Так вроде бы 6 предметов, стоп, что это? Гаджет. Мне пассивка и гаджет выпало из 6 предметов, должен быть один вообще-то гаджет. Или пассивка, например, ну ладно, давайте откроем еще один мегаящик, как-то странно, ребят. Так, смотрим, 4 предмета вообще, это что такое? Видимо, у меня уже настолько прокачаны все персы, что уже почти не на кого падать очки силы. Ну, давайте посмотрим. 5 предметов. Так, ну, получается, давайте дальше открывать. Смотрим. 4 предмета. Что? Опа, что я ящик не открыл, не понял. Ну, ладно, хорошо. Давайте открывать дальше мегабокс. Так, на 30 уровне снова 5 предметов. Хорошо. Смотрим дальше мегаящик на 34 уровне. Сколько? 3 предмета. Серьезно? 3 предмета? Это что за фигня вообще? Что творится? Ладно, давайте откроем еще один мегаящик. Смотрим, 5 предметов. Гаджет! Что? Из 5 предметов мне гаджет выпал на Нани уже, кстати, второй. Ребят, вы просто посмотрите, мне выпал гаджет из 5 предметов. Это просто что такое? Да уж, ребят, я не могу понять, что вообще происходит. Но давайте дальше открывать боксики. Так... Пожалуйста, 6 предметов, 5 предметов, что опять? 2 светится, это пассивка на Леона и пассивка на Мистера Пи. Просто, ребят, вот просто из 5 предметов, посмотрите, мне выпало 2 пассивки. Ну как так, что это вообще происходит? Ладно, допустим, давайте еще один мегаящик откроем, 4 предмета, ну это вообще уже капец. Значок еще на Эша, так, давайте дальше смотреть, мегаящик, смотрим, и 4 предмета, к сожалению. Что? Из 4 предметов гаджет выпал. Капец, ребят. Где там еще мегаящики? Ну, уже кончаются мегаящики. Так, 4 предмета, ничего. Допустим, хорошо, следующий мегаящик. Сколько предметов? 4. То есть, как я понял, мне теперь из мегаящика по стандарту должно 4 предмета выпадать. Да, если выпадает 4 предмета, значит ничего не выпадает. Ну, по сути, так, смотрим. Да, ничего не выпадает. Ладно, ребят, так как новых бравлеров мне не выпало, буду прокачивать Эша.
Ребят, вы просто посмотрите, я всех бойцов по очкам силы уже прокачал. И теперь вместо очков силы мне просто будут давать бокс. Понимаю, у меня, кстати, входящих какие-то новые значки. Так, бель хлопающая, интересненько, слушайте, так, и еще. Тоже бель хлопает, но это уже на скин, да? Ну, понятно, понятно, хорошо, это я забрал. Ну и прямо сейчас буду прокачивать бравлеров, так как я накопил уже почти 10 тысяч золота. Ну, что ж, дорогие друзья, на этом мой видеоролик подходит к концу. В этом видео я, к сожалению, не выбил новых бравлеров, кроме Эша. Но я надеюсь, вам понравился этот ролик. Ну а с вами, как обычно, был Влад, и всем пока-пока.